Хочу помалосолить огурцы. Не больно, они вкусные. Знаете, они такие, как сухие внутри. Ну, в общем, не очень вкусные. Я решила их замалосолить. Мне понадобится огурчик, укроп свежий, чеснок и соль. И все. И пакетик, в котором я буду малосолить. Так, для начала нужно обрезать. Беру, да, наверное, половинку укропа. Режу не слишком мелко. Вместе с веточками, с будылками, скажем так. Так, и чеснок тоже нарезаю не мелко, ну, на вот такие слайсы. У меня чеснок молодой. Он не сильно острый. Насыплю чуть-чуть соли. На дно немножко укропа. Чесночка. Каждый огурчик я жопкой. Грубо, но, в общем, с обоих сторон в соль и укладываю. Вот так. Эту соль сюда же отправляю. Чуть-чуть еще вот так сверху присаливаю. И оставшийся укроп и чеснок. Вот, собственно, и все. Немножко вот так перемешаем. И отправляю в холодильник. Завтра уже можно есть. Ну, так я это делаю утром, то вечером уже можно попробовать. Вот и все. Ну что, давайте попробуем малосольные огурчики. Как они у нас просолились. Ой, такой аромат. Блин. Офигеть. Очень вкусная. С куриной котлеткой. Из невкусных получились вкусные. Я имею в виду, свежие были не очень. Я их замалосолила. Вот теперь другое дело. Кайф. Очень вкусные.